несколько коротких уроков. У меня моя собака Чихуа Софи. Сегодня, как вы и просили, мы решили... Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмамания и моя собака Софи. Сегодня мы решили сделать вам несколько уроков по дрессировке. Самые простые команды. Итак, поехали! Сегодня у меня с собой мелко порезанные огурчики, и мы с Софи покажем вам, как учить команды. Не будет никакой теории, будет одна практика. Конечно же, вы в интернете найдете кучу информации, кучу советов. Вы можете воспользоваться этими советами, и, конечно же, у вас, скорее всего, все получится. Но я буду показывать, как это делали мы, как учились мы с Софи. Начнем с самого простого момента, когда собака вообще не знает, что такое. Предположим, перед вами стоит собака, она вообще не знает никакое слово. На самом деле, вы можете выбрать любое слово, садись, чем можно странное слово сказать. Да, Софи же уже поняла, что будет. Можно вообще сказать любое слово, хоть зеленый. И собака будет воспринимать слово зеленый как сигнал к действию, она будет садиться. Зеленый. 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 Но мы будем использовать самую привычную команду. Предположим, что собака вообще не знает эту команду. То есть, когда вы ей что-то говорите, она просто смотрит на вас, недоумевает и просто не знает, что ей сделать. Сидеть. Что? Сидеть. Чего ты говоришь? Сидеть. Ой, да ну тебя нафиг. Есть такой вариант сказать ей команду и дождаться до того, как ей просто станет скучно, и она сядет. И в этот момент ее похвалить и дать вкусняшку. Похвалить, причем очень эмоционально. Молодец, сидеть. Ай, сидеть, молодец, молодец. Молодец какая, сидеть. Молодец, сидеть. Помочь ей присесть, то есть нажать на попу и помочь ей присесть. И вот в этот момент снова дать вкусняшку и похвалить ее очень эмоционально. Самую главную вещь, которую надо запомнить, я на своем опыте уже научилась, это то, что нельзя давать вкусняшку и хвалить собаку раньше времени. Нужно это сделать сразу после того, как она выполнила команду. Ни до, ни после. Именно в тот момент вот она выполняет команду, и вы сразу похвалили и сразу дали вкусняшку. Только так она поймет, что вкусняшка связана с выполнением команды. Иначе она просто не будет понимать вас. Еще один момент, который стоит запомнить, это то, что не надо говорить, не надо учить несколько команд сразу. Если собака вообще не знает никаких команд, надо начать с одной команды. Вот одну команду, когда она будет выполнять уже даже без вкусняшки, вот тогда уже можно приступать к изучению другой, следующей команды. Давайте прямо в прямом эфире сейчас начнем с вами. Возьмите свою собаку, поставьте ее рядом с собой, или если это большая собака, просто чтобы она была рядом. И скажем команду сидеть. Если ваша собака не села, то вы просто сейчас ждете, пока она не поймет. Если она не понимает, то вы прижимаете ее к попе, и она садится, и в этот момент гладите собаку и говорите: сидеть, молодец! Сидеть! Ай, молодец какая! Сидеть! Хвалите собаку эмоционально, даете вкусняшку, она понимает, что она что-то сделала правильно. Пробуем повторить. Сейчас вы должны быть близко к своей собаке, то есть не нужно отходить далеко, пытаться как-то далеко эту команду сказать. Говорим команду прямо рядом с собакой. Показываем ей, что у вас есть вкусняшка в руке, но не даем, чтобы она знала, что она может получить это лакомство. Сидеть. Собака села. Если она не села, мы ждем, когда она сядет. Не даем раньше времени. Предположим, что собака поняла, и нужно это закрепить. Повторите это несколько раз. Вставай. Сидеть. Молодец! Ай, молодец, какая Софи! Не просите пока собаку вставать, ничего не делайте. Она сама либо встанет, либо что-то, или вы ее приподнимите и дальше снова повторяете команду. Сидеть! Молодец, сидеть! Сидеть, молодец! Ай, какая собака хорошая! Молодец! Вы повторили раз 10, собака явно понимает, она ждет вкусняшку. Сидеть! Молодец! Молодец, моя собака! Молодец! А дальше мы пробуем дать собаке самой выполнить команду, то есть не пытаемся ее посадить, не суем ей вкусняшку прямо в нос, чтобы она поняла, что нужно присесть, а просто вот на расстоянии каком-то сидеть. Ай, молодец! Может быть, даже приподнять руку, то есть показывая тем, что когда у вас рука поднята, собака должна сесть. Вот. То есть собака понимает, что нужно сидеть. Пробуем повторять эту команду на расстоянии. Сидеть. Ай, молодец, молодец, сидеть. Если собака на расстоянии уже делает то же самое, то вы можете сейчас удлинять расстояние и отходить все дальше и дальше, постепенно и постепенно. Когда вы уже пытаетесь выполнять команду на расстоянии, можно помочь себе ногой, то есть немножко делать шаг в сторону собаки, чтобы она садилась. Сидеть. Вот так, молодец. Сидеть. Молодец. Сидеть, Софишка. Молодец, Софи. Сидеть. Молодец, Софиша.
В это время, когда я отхожу от Софи подальше и говорю ей сидеть, я поднимаю руку, таким образом она понимает, что это та самая команда. Сидеть, Софиш. Молодец! Молодец! Ай, молодец! Ваша главная задача – сказать команду вовремя и дать вкусняшку вовремя. Ни раньше, ни позже. Похвалить тоже вовремя. Похвалить именно в тот момент, когда собака села. Увеличивать постепенно расстояние, и со временем собака будет знать эту команду на ура. Дрессируйте своих собак вместе с нами, и будет вам счастье! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Все, можно начинать, да?